Друзья, всем привет! Сейчас буду, короче, кушать. Вот тут у меня омлет и лечо. Вот так вот выглядит. Аппетитненький омлет. И лечо. Ну, давайте с вами кушать. Сейчас я пойду на кухню. И будем с вами есть вот такое вот блюдо. Я омлет не часто ем, но иногда прям хочется поесть. Ну что, друзья, приятного аппетита вам. Давайте кушать. Улечо вообще классное. А омлет с колбасой, с сосисками. Сегодня в Москву уже уезжаю вечером. Ехать вообще неохота. Но надо. Потому что завтра на работу. Блин, праздники так быстро пролетели вообще. Опять сейчас работа начнется. А работа, как всегда, дофига. Ну, пусть у меня отходит 20-20. То есть 20.09 в купейном вагоне. Вот. И в 6 утра я приеду уже в Москву. Опять по доченьке буду скучать своей. Самое тяжелое это, конечно, расставание, что вот именно. Я дочку не вижу подолгу. Еще хочу дочку к себе в Москву туда взять, ну, на недельку, на две. Ну, не сейчас, а потом как-нибудь. Ну, хочу, чтобы она там... Хочу с ней по Москве там погулять. В парк ее сходить, в зоопарк. На всяких каруселях покаталась, чтобы она... В общем, не знаю, только когда я ее возьму. Может, или в июне, или в июле месяце. А в августе у меня отпуск. Так что
Вот такие вот дела, друзья. Опять дорога, опять работа. Ну, омлет нормально, вкусно. Попробуйте себе тоже сделать омлет с колбасой. Или что еще положите себе. Будет вообще очень вкусно. Я все съел. Ладно, друзья, всем счастливо, всем пока. И до новых встреч. Увидимся. А, совсем забыл, друзья. Я хочу вам порекомендовать канал Чибис. Я подписан на этот канал. Заходите туда, смотрите видео. Видео интересное. Вам понравится. Все, друзья, пока.